Ну, собственно, началась уже первая игра. Камасутра и Равел. Напоминаю, что раш начнется 53 минуты по игре. Синий у нас, собственно, рашит, красный дефуется пока. Красный Камасутра, синий Равел. Ну, я думаю, синие начнут с тактики в желке, потом сразу в алму пойдут. Появляется первым слоем паутинка уже у красных. Ну, пока что обеих команд вагон времени. Чтобы придумать тактику и сделать деф, считай. Красных вроде даже пока один АФКшер. Появилось две алмы уже у красных. У синих пока что ни одной вроде, да, ни одной. Также один АФКшер. Музу пока что даже синие по друг другу подкапывают, понимая, что еще много времени до старта самого рашдефа. Ну тут, собственно, под ним даже подкопали. Он же даже сейчас ДС бомбит. Вернулся в игру, разбился там, наверное, уже. Ровно 3 минуты остается до начала самого рашдефа, собственно. Наверху у синих пока что вроде только две полужелки с чистом. А вот у красных даже неплохой деф уже. Сама проблема в том, что если инвиз в нем закопается и пасает с собой чест, будет трудно по нему навестись. Тут даже уже один синий умер. Похоже, они снова подкапывают под сами собой. Здесь уже даже начинается у красных анти ТНТ. Да, появляется не ТНТ, последний слой дефа.
Материал мы уже закупили с украсок. Одна закупится ближе к началу рашдефа. Ну, уже буквально через 20 секунд начнешь рождев. Хотя у синих только одна джелка над красными. Которая уже прыгнула. Дропнулся на паутинку, ну да, ничего не сделает. Поднялись две желки, третья на подходе. Да, третья уже пришла. Раз придет. Да, четвертый тоже идет. Дропнулись уже двое. Третий дропнулся на голду железом. Он здесь, кстати, сломал даже два эндерника и до стекло. Неплохо для начала, тем более в желках. Сейчас даже вал мог потянуться. Хотя только-только появляется первая алмазка. Притом даже не все, только две алмазки и две желки. Все-таки три алмазки у синих, одна уже поднимается на скай. Бафнул спиды. А, не, если только 4 алмы, не понимаю, зачем они тогда вообще желки закупали. В итоге алмы закупили. Но одна уже над базы красных, там осталось даже 6 тиммейтов, появился ЗГ у красных. Поднимается вторая алма, третья немного зависла, так сказать. Поднимается третья, четвертая, не все скачнула склайд. С
4 алмазки уже над базой красных. Да, уже сейчас будут залетать, разбавнули силу. Поставили динамит. Кстати, очень высоко просто плату заюзают. Дропнулись 4 алма. Тут трапил уже Лол Рич. Ну нет, он, кстати, выживает. Дрейн Магастенок тоже в трапе. Его не заметил Готвит. Ну, 2 алмы уже убили. Убили Лол Рич. Пока что 2 в 2 размен. 2 в 3. Тут даже 3 казака пулся, но не очень. Осталась только одна алма, кубик. Не, не убьет алму. Но уже кинули 3 алмы. Жалко, уже поднимается у синих на скай. Ну, там уже деб заделали. Не дропнулась все-таки желка. Уже драйвный гостенок в алме находится над красными. Ему чисто ждать тиммейтов тоже с алмами. Тоже не дропнулась еще одна алма, Клайд. А вот полужилки, я думаю, дропнется. Все-таки не дропнулась, но другая даже кожа просто дропнулась, ее сразу буквально скидывают в бездну. 2 алмы у синих уже на 20 красных, получается, осталось еще 2 алмы. Но пока что только желки у синих появляются. Видимо, ресурсов еще не настолько много, чтобы закупить 4 алма. Но у красных тоже, только одна желка. Не дропнула желка, снова Клайд. А вот Лул Рич уже дропнется, но его сразу просто зажимают втроем. И 3 алмы сразу, 3 в 1 играют. Третья алма появилась у синих. Уже поднимается Клайд на скай. Лол Рич пока что тоже в желке поднимается на скай. Но не думаю, что они будут рашиться с ной желкой, если у нее не инвиз.
А, нет, все-таки одна алма залетела уже зачем-то, причем на паутинку. А зачем она тогда залетала? Вот это сейчас двоякая ситуация была. Зачем залетать в алме на паутинку? И при том, что дропнулся, даже не бил. Дропнула жрелка, пока что просто голду подлутывает. Вот уже появилось 4 алмы синих. Сейчас наконец-то будут уже залетать 4 фул закупа. Поднялись уже 2 алмы на скай синих, сейчас будут залетать. Ну тут уже все бафуются. Прыгнула одна алма соло. Вторая за ней, третья тоже куда-то на бетку, еще за другой алмы. Ну, не, пока что не сдаются. Вот одну алму сейчас убьют, да, просто выкидывают. И кубика все-таки убивает тоже. Убили сразу двоих. Убивают третьего. Ну тут они только одну алму убили. Но они, кстати, при прошлом раше убили алму ЗГ. Судя по тому, что у них сейчас ЗГ нет. Одна алма уже не алма, а желка на скаю. У синих поднимается вторая тоже желка, только одна алма у синих сейчас. Дропнулась одна желка. Но ее сразу убивают. Там же остались бафы еще у алм. Кроме одной. Но они такими темпами, если также будут дефаться. Также хорошо дефаться могут накопить на топ вещи, на гэпла, на смерту и на килма какой-нибудь. Нет, не дропнулась еще желка. Клайд уже дропается на паутинку, не дропнется. А, не все-таки дропнулся. Он на то же место дропается. Где Валми умер? Ну, сразу убивают. Они сейчас просто так дропают, чтобы немного полутать голды и потянуть время. Не дропнула желка еще у синих.
Но я пока что не вижу вторую волну синих. Только желки ходят. Не дропнулась еще одна желка. Желка дропнулась. Ну сейчас просто время тянет пока что. Сразу убивают, просто одного хита выкидывают в бездну. Вторая алма появилась у синих. Тут, кстати, уже у красных даже виднеются зачаренные нагрудники. Два зачаренных нагрудника. Полужелка дропнулась, но ее сразу убивают. Вторая тоже дропнулась. Просто убивают сразу вдвоем. Уже появляется третий алм Клайд у синих. О, он все-таки в чест сложил реса. Вместо Клайда закупается Лол Рич. Но пока что очень мало рашей от Ravel в плане фулл раша в алмазках. А вот красную уже почти фулл обустроили свою базу. И сделали деф, и ступеньки на деф, и ступеньки до голды с ресами. Третья алмазка уже появилась. Да, третья алмазка поднялась на скай, тоже там только полужелка бежит сейчас у синих. Может быть сейчас последний раз умрет и закупит уже алму. Дропнулся на паутинку, но его просто убивают два хита. Должен как минимум сейчас закупить алму. Ресурсов много, думаю. Да, закупай себе аму. Что-то у нас с делами у красных. Пока что ничего не меняется, кроме появления анти-ТНТ. Поднимается последний алма у синих. Сейчас будет еще один раш от Ravel. 4 алмы. И будет очень плохо, если они сейчас не зарашат для них. Так как времени относительно мало остается. Полетели все четверо. Да, залетели все четверо, вижу 4 плата. Кстати, 3 зачаренных нагрудника у красных.
Здесь даже одна алма дает хиты по другим. Тут Клайд в соло залетел, дал несколько тычек. Но при этом осталось у него самого не очень много хп. Тут, кстати, у синих сейчас не очень позиция. Из-за того, что их легко затрапить будет, Трика уже убили, Клайд повисел немного в трапе, убили Дредмонгастенок. Там еще убивает одну алму. И Клайда выкидывают просто. Он умирает. Ну, 4 в 0. Не очень хорошо сейчас для Равил. Даже сказал очень плохо. Ну, как по мне, 4 в 0 это вообще не серьезно, хотя я попытаюсь убить одну алму. Но у синих пока что только одна алма. Убили еще одну полужелку, которая дропалась. Вторую желку тоже убивают. Ну, я сейчас тоже убью. Две тычки. Да. Там уже Драйан Мадагасенок поднялся. Будет ждать еще три алмы. Тут же поднялась одна полужелка и желка. И сейчас будут дропаться и сразу умирать от двух тычек. То, что у алмы еще бафы есть у красных. Дропнулась полужелка, сразу убивают. Три тычки, кстати, другая не дропнулась. А, нет. Здесь он нет бафов. Бафы уже все-таки закончились у всех. Пока что, кроме желок, ничего не вижу у синих. Дропнулась полужелка. Ну и сразу убивать должны. Да, она просто... Она вроде даже сама по себе умирает. Поднялась еще одна желка, снова желка. Снова дропнулась на голду, но ее сразу убивают. Вторую алму пока что не вижу снова у синих. Желк сразу дропается на голду. Она, кстати, даже лутает немного.
Ее сразу скидывать должны. А, нет. Ну, ее просто две алмы зажимают. Там еще одна желтка не дропнулась. Даже появится хотя бы вторая алма у синих. А вот уже появляется даже зачаренным нагрудником. Здесь, кстати, драйн магасенок тоже зачаренным нагрудником. Прыгают две желки на голду. Одна не дропнулась. Вторая ему вроде по фулу закупилась у синих. Третья он тоже появился, тоже с зачаренным нагрудником, кстати. Вроде полужелка тоже будет дропаться на голду. Должна. Нет, все-таки не дропнулся, хотя его здесь уже даже алма поджидала. Пока что только две алмазки у синих. Трику и драйн мангостенок. Появился еще один СГ у красных. Немножко желка промазала у синих. Но тут пока что они в желку залетают, вообще ничего не стоит. Они даже сейчас ресурсы не лутают. Попали, кстати, по желке все-таки. Появился уже такой деф, что здесь без динамита уже не обойтись. Или просто закрывать алмазку придется. Ну, прежде убить всех четверых, конечно. Ну, или хотя бы трех в идеале. Третья алма появилась у синих. Ну, это будет последний раш их фулл алмах. Так как конец игры уже близко, 18 минут по игре. Стоп, не дропается полужелка. Они вроде даже на динамит копят. Так как инфа по дефу уже была. Вроде пока что даже полужелки не дробуются. Ну, здесь их сразу спалит по компасу. Да, здесь пока что даже желок нет. А, даже уже 4 алмы появились.
фулл став с зачаренными нагрудниками. Ну и здесь уже вероятность того, что динамит будет более чем высокая. Поднимается последний алмуз синих на Sky. На последний раз, считай. 4 алмы. Попали по алме. Мне кажется, синие зря встают на край и теряют просто платформы. Уже тэпается закупать себе Лол Рич еще одну платку. Да, поднимается уже на Sky. Вроде уже бафуется. Да, все-таки динамит есть. Ну, зачем они так высоко выезжают? Они просто платки ставят. Не понимаю, зачем, зная, что они будут юзать платки, настолько высоко юзать динамит. Это вроде последний динамит, да, последний динамит был. Ну, чисто они уже разрушили. Тут Райнман Гостёнка должны спину убить. Убили Клайда, убили Трик, убили Драйн, Гостёнок. Все осталось последние алмы, которые убивают. Не дают ей шанса. Но мне кажется, тут уже все, можно сразу переходить ко второй игре. 1-0 в пользу Кумасутры. Они, кстати, снова убили только один закуп у красных. Ну, кстати, теперь на второй карте им придется дефаться. Так что еще не все потеряно. Тут уже Клайд вышел. Лол Рич. Ну, нет, даже Клайд вернулся все-таки. Там только Лол Рич, все. Райнман Гостёнок сейчас будет с улалами залетать. Лол Рич все-таки вернулся. Но это ничего не даст. Дропнул желко салмы на платке. Один динамит. Два динамита. Три динамита. Нет, они даже до бетки не добрались. Хотя попытка вот на этот раз была неплохая. Там, кстати, неплохой все-таки слой был. Там уже можно до бетки было дотянуться. Остается 1.5 минуты. Ну да, они уже в кожах, просто в каш на базе.
последняя полужелка в последние минуты. Уже осталось минуты ровно. Дропнулась полужелка, но ее просто сразу убивают. Там ЗГ по ней спамят и втроем. Даже инвиз будет в последние 25 секунд. Ну сразу сейчас бафаться надо. Последние 15 секунд. Уже поднялся. Сразу палят. Да, спалили сразу. Сразу убили просто одного хита. Мне кажется, он тут даже до бетки нельзя было тянуться. Ну все. 1-0 пока что в пользу Кумасутры.
Ну тут технические неполадки произошли, но уже происходит первый раш, поэтому не опоздали. Да, происходит только первый раш, поэтому никаких опозданий еще не было уже. Убили одну алму красных. Мартиникс тоже сейчас, по идее, должны убить. Да, зажали просто. Динамиты падают на платку. Убили, кстати, динамитом даже Клайда. Не, ну тут красные уже проиграли раш. Тут пока что Дрэн Магастен оказался на дефе. Кажется, застраивает антитнт у нас Равил. Здесь даже полусет закупил кубику красную, полужелка еще пришла. Тут сейчас три желки у нас у красных на скаю. Прыгнула одна полужелка, дропнулась, кстати. Ну, она вроде даже стекло не сломала. Да, стекло не сломала. Дропнулась еще одна желка, вторая разбилась. ЗГ у синих, кстати, есть. Здесь же Готы тоже полужелкой потянулся. Кстати, снова Захич. Неплохо, неплохо. Да, дропнулась одна желка, вторая разбилась. Пока что желки очень часто разбиваются. Здесь, кстати, даже полужелка неплохо так прошла, могла сломать один дырняк. А вот, кстати, вторая желка уже сломала. Неплохо они в желках делают. У Райл так не получалось. Подходит еще одна желка у красного, вторая полужелка за ним. Он должен дропнуться, по идее. Да, должен. Дропнулся на крышу. Здесь, кстати, даже готовый путинг стоит. Дропнулась вроде вторая желка, не видел. Или нет? Ну, тут пока что кубик просто тянет время, байт на себя алмы. Убили вторую желку, которая тоже дропалась. Тут еще полужелка пытается пройти, но по ней неплохо так спамят. Нет, не скинет. У него там была неплохая попытка скинуть лул рич, но все же нет. Трапится в кубик уже на готовую паутинку. Даже вроде перехитовал лул рича. Появилась первая алмазка у красных, даже еще две алмазки у них. Появились даже у синих зачаренные нагрудники.
Два зачаренных нагрудника, один дефер с компасом. Пока что особо мини раши от желок, да и раши не вижу, только первый самый, 53 минуты с динамитом, причем. Три алмы вижу пока что у красных. Я не вижу, где еще один игрок. А другой игрок полужелки у них на базе, но его сразу палят. Тут с компасом, потому что тип. Ну, ломать здесь минимум как один чест. Сразу палят просто. По звукам. Да и по честу тоже. Два честа даже здесь ломать. Но я сомневаюсь, что он сломает. Его просто уже спалили вроде как. Да. Сразу отходит за ним. Малму немного спрыгнула. Сейчас идеальный момент был даже скинуть ее на плату. Но она сейчас умрет. Я бы сейчас что-нибудь по-быстрому сделать. Почти подкопал под алмы, но не получилось. Может быть инвиз? Даже до этого было 3 алмы. Он даже с уткой, кстати. Поднимается 3 алмы, да, и одна желка с инвизом. Если она бафнут под спидом или под силой, это не очень хорошо, честно говоря. Там просто сразу частицы палятся. А, нет, он даже переоделся в алму. Дропнулись 4 алмы. И 3 из них сразу залетают, кстати. Там Мартиникс отходит за хилиса, сразу убивают. Убили 2 в 1 пока что. 2 в 3. Там последний кубик пытался сломать, но его просто сейчас убивают. Но он все-таки сумел разменять еще одну алму. Пока что у красных все так же не очень хорошо. Оставили один закуп у синих. Уже получше, чем после первого раша. Вижу пока что только 2 алмазки у красных. Одна в процессе, другая уже вроде закупилась. Дропнулась одна желка у красных. Снова на крышу. Она, кстати, могла бы даже на голду попробовать сходить. Просто посмотрела вверх, и при этом ее скинули. Не заметила дрейн гостенка. Здесь даже валяются 2 паутинки. Он, видимо, ждал, пока ему паутину готовую поставят. Закомбили Готвида. Здесь пока что даже драйв-магазин спамит блоками, чтобы сложнее было дропаться.
три алмазки у красных вижу. Пока что четвертый игрок в полужалке. У Равил, кстати, с этими делами не очень было. У них интервал между покупками алмазок был очень долгий. А вот красные закупают их буквально через каждые минут 6-7. Ну, максимум 8. Здесь даже вроде чест с кирками сделаю. Дропнулась одна полужалка, но ее вроде убили. Нет. Она горит, ее просто... С лука попали, ЗГ. Но она пока что часы ломает, ее сразу палят. Даже перехитовывает Клайда, кстати. Но все-таки Готвида убивает. Вроде должны сейчас четвертую алму закупиться у красных. Да, четвертая алма появилась. Годвит. Четыре закупа у каждой команды. Причем у... Синих даже два зачаренных нагрудника. Вроде одна алма уже наготове, раз она на скаю стоит на самом начале. Поднимается 4 алмы уже у красных. Сейчас будет еще один раш. Уже 4 алмы наготове, уже на базе синих. Все бафнуты. Но они пока что не залетают. Либо позицию подбирают, либо тайминги выжидают. Залетела одна алма на голду. Залетать на ЗГ пытаются, по крайней мере. Очень высоко взяли, одна разбилась об чужую плату. Ну, кубик просто сразу забили. А, там мартиниксы даже вроде как стрелой просто попали. И он уже тогда об чужую плату разбился. Ну, 4 в 0, да. Райвел в дефе получше были, чем в раше. Ну, Райвел в дефе сейчас действительно получше, чем в раше в прошлый раз. Ну, желки сейчас будут дропаться и полужелки будут пытаться дропаться на крышу, желка не дропнется. А полужелка вроде промазала даже.
две жилки у красных уже над базой синих, причем на крыше бетки. Здесь уже алма ждала, там даже в полете попали по желке. Не дропнулась еще одна желка. Но пока что ни одной алмы у красных до сих пор. Здесь даже пытаются попадать Клайд. Пускаю, чтобы скинуть хотя бы желку. Дропнулась желка вроде. Да, на плату дропнулась. Но ее сразу палят. Там еще не дропнулась одна желка. Ну, тут сразу попадают по желке. Ему сейчас закрываться надо. Здесь эти даже скинули на плату Клайда. Там бы еще одна стрела после того, как он паутинку раскопал под собой. И минус заговую синих. Они там пытаются достать ту желку самую. Все-таки даже убивают. Да, убивает Мартиникса. Полужелка, еще одна желка у красных заскаю. Ну, здесь стрелы, кстати, очень близко мимо них пролетают. Да, попадают по желке. Они очень близко пролетают. Неплохой такой вклад. Импакт приносит трика, просто скидывая желок со ская. Тут еще одна полужелка крысит. Ну и просто сразу скидывают тоже. Мне вроде даже второй стрелой попали. Да, второй стрелой попали просто в полете. Две полужелки у красных уже на скаю снова. Три полужелки даже уже играется на скаю. Одна не дропнулась. Остается еще две. По одной, в которую попали в полете. Или не в полете, просто. Пока она была на скаю, убили тоже Готвида. Вроде тоже попали стрелой в полете. Неплохо попадает Рика просто в полете по типам. Дропнулась полужелка. Ну, ее сейчас просто либо застреляют. Ну, либо вот так. Просто в зажиме убьют. Там вроде на полужелку дропнулась, да, дропнулась, но она вроде даже стекло не ломала. Да, не сломала ни одного стекла. Тут буквально между возле головы у кубика пролетают стрелы. Но
он сейчас просто байтит. Трику попали одной стрелой и скинули уже кубика. Снова желки, две полужелки у красных на скаю. Они сейчас так долго будут желко ходить. Дропнулась полужелка, по них вроде попали. Сутки пока налетело. И вроде даже по силе желка. Дропнул, кстати, Алма Мартиникс. Соло Алма. Ну, не сразу Алма поднимается, кстати. Он должен ее палить. Но если у него не динамит, мне кажется, он зря залетел. Его сразу перехитовывают. Он даже ни одного хита Клайду не сделал. Там еще одну полужелку убили. Дропнулась еще одна полужелка. Нет. Я думал, она дропнется хотя бы. Две алмы у красных уже вижу. Даже три. Опять не дропнулась полужелка. Мне кажется, она сейчас тоже в алму будет скупаться. Да, скупать тоже пол алму. Кстати, вроде фулл став зачарили нагрудниками. Да, все зачарили нагрудники. У них остается 10,5 минут. На все. А потом уже финальная игра на замках. Но синие пока что готовы ко всему, вроде как. В 2ЗГ. Даже вроде в 3. Да, в 3ЗГ все-таки у синих. Ну тут еще немного до полноценного раша уже в 4 алма.
поднимается желка снова у красных зачем-то. Ну, одна поднялась пока что. Единственная желка. Дропнулась, кстати, даже. Ну, ее должны сразу убивать. А, нет, он даже скидывает талму на плату. Ну, красным вроде здесь только осталось Бенда закупить. Все. Вроде все готовы уже. Да, поднимаются все на скайт, вроде даже их последний раш. Дропнулись две алмы, уже третий, четвертый на подходе. Там вроде даже уже динамит бомбили. Очень сильно спамят по красным. Просто в 3 гинда ЗГ. Ну, раскапывают пока что чисты красные. Ставить динамит. Здесь даже уже трапки сделали. Выходит красный уже. Пытается скидывать кого-то на плату. Даже двоих скинули на плату. Поставили еще один динамит. Тут буквально осталось два эндерника или даже три сломать. Ну, красок очень сильно сейчас зажимают. Выходят красные. Они хилповали Мартиниса, убили уже Трику с луком, который был. Зачем-то кубик в соло залетает. Но он все-таки выживает. Тут Мартини Страпи, которого тоже убивают вместе с Лоричом. Здесь даже успел Трика тоже закупиться уже на готовую голду. Кубик висит в трапе очень. Ну, здесь уже все, он умер. Здесь полтрав, две паутинки. Хотя он мог выжить. Он плат поставил. Ну, осталась последняя алма у красных.
который сейчас убьют даже. Кстати, уже 4 алмы снова у красных. У них еще есть шанс все-таки зарашить. Они сразу заготовили просто голду, оказывается. У них даже динамит есть. Неплохо, неплохо. Да, кто у нас? Мартиник с динамитом. О, здесь кубик потянется. Но они бомбить будут. У них, по идее, сейчас должно быть больше 3 динамита. Или даже больше 5. Залетели уже вчетвером. Главное еще сейчас, чтобы их жестко не спамили, как в прошлый раз. Здесь, кстати, даже эндер-часы стоят. Сложно будет. Сейчас будет трапка. Да, ставят... Немного паутинку, очень много даже паутинка спамит. Но остается не очень много. 1,5 минуты на весь раш. Убили уже кубика. Поставили один динамит, который в трапку упал. Второй динамит в трапку. Третий динамит тоже в трапку упал. 4 динамита у них всего было. Но тут даже бетку не открыл. Все, будет третья игра. Дропнулся на полужалку, ну тут же бессмысленно, осталось 15 секунд. Здесь фулл алму на бетке. Да, 5 секунд. Ну, переходим к третьей игре. Пока что у нас ничья, 1-1.
Так, у нас уже началась последняя игра. Замки это уже обычная игра, а не Rush Dev. Обе команды с бусом играют, как обычно. Лучник бустит. Синий даже немного быстрее вроде. Или даже красный быстрее. Красный немного быстрее все-таки. Ну, не сейчас даже позиция получше, они просто скидывают вниз желку синих. Забрал свою желку кубик. Забрал даже последнего игрока. Бежит уже у синих лучник, у красных тоже, по идее, должен бежать, даже прибегает почти. Три желки уже вроде как прошли, должны убить эту полужелку. Но Мартини, кстати, перехитовал своего типа. Даже убил двоих, кстати. Ну, вот сейчас у Комасурды намного лучше дела. Чес вроде пока что не купили, красные. Честа не вижу. А, нет, сейчас все-таки есть на стороне красных. Ну, убивайте только Готвида. Тут остался только Бен, который добивает эту желку. Он с луком. Пришла на хелпу лучника полужелка. Ну тут Бент идет просто добивать. У синих трика до сих пор на мосту. Здесь они даже перехитовали лоу-рыча неплохо. Ну красные пока что сильно перехитовывают синих. Тут у красных не очень много хп остается на мину, просто с одного хита убивает двух полужелок. Он сейчас в теории может всех добить. Нет, у него остается пол хп. Здесь по своей же ошибке, кстати, Бент упал просто не сам по себе. Вроде синий сейчас должны мид отнять. Остался полужел, который поднимается на замок. Полужел пытается запушить лучника. Вроде бежит, да, отламывать путь понизу синий. Кстати, вроде даже Клайд с луком появился. Два лучника уже у синих на миду, там бежит жалко добивать полужалку, которая закапывается. Но ее все-таки добивает просто. Появился ЗГ у красных в Алме. Наверняка с платой и с чистом. Да и с хилками тоже. Но здесь даже активно попадает у красных лучник. Появился даже деф у красных тоже. Но вот сбоку он не появился. У синих тоже появился ЗГ, обычка ЗГ у них уже. Хотя должен, по идее, был третий лук. Ну, здесь пока что просто спамят с лучники. И появляется от базы скау у синих. Только он случайно чест, кстати, поставил.
и упал причем. Красных тоже появляется какая-то база, но они уже все должны перебилдить синих. Намного. Райдман Гасенг снова бежит с билди Скай. Но, кстати, у него все-таки появился шанс перебилдить. Вроде даже перебилдит красным. Здесь пока что у красного появляется арка, путь понизу. Две стрелы просто дают по кубику, он улетает в бездну. Все четверо у красных на базе сейчас. Хотя лучше бы они с самого начала билдили скайт база, не обращая внимания ни на что. Им тогда просто накопили на алмы и залетели на мид. Тут Драйдман Гасенг должен быть как минимум еще один чест. Он просто сейчас, да, просто сейчас обычку возьмет. Ну и должен скинуть полужалку. Тут одно попадание, минус полужелка должна быть. Только он пока что не попадает по ней. Все-таки попал, скинул полужелку, дропнулась. Кстати, перехитовало алму даже. Но это мало ей что дало. Били Мартиникса все-таки. Здесь даже желка понизу пушит. Пытается трапить алму у красных. Но все-таки лайдов трап закидывают. Сразу в готовую паутинку. Лаз стрела в полете просто. Ну тут, кстати, сейчас большие шансы просто мид отнять вот на Ватрик, который в валме ЗГ бафнутый. Но у этой алмы, кажется, у красных нету бафов. Здесь даже достроили полностью скайт базы. Он даже с платы, кстати. Ну, там уже должен был появиться деф по бокам у красных. Кстати, даже неплохой деф появляется. Там как минимум уже ломать 5 чистов. Желка пока что выжидает тайминга. Она, кстати, пока что-то ждет. Пока что только трик с Сулалми на миду. Вроде да, скинули алму с ЗГ на плату. Ну, бы сейчас еще одну стрелу попасть, чтобы КД сбить на ТП. Нет, он тэпнется уже. Да, он уже тэпнулся. На базе только у синих закупщик один Клайд. Там вроде до сих пор желко выжидает что-то, да. Две алмазки у красных уже присутствуют. И неплохой деф сбоку. У синих снова скинули алму на плату. Ну нет, она тэпнется уже. Да, тэпнется алма. До сих пор желка что-то делает над базой красных. Может быть, единственное, в желке залетит, пока три алмы залетают у синих.
Ну, Клайд тоже в желтке, кстати. Причем у него вроде силы есть даже. Здесь дропнулся Мартинис на паутинку, но его просто сразу добивает желка. Да, здесь у Клайда силы зачем-то в желке. Купил бы хотя бы полуалму. Но красный пока что не пытается отнимать какие-либо позиции. Проходит, кстати, даже понизу вроде как. Залетела желка. Она, кстати, даже под силой мог бы убить эту алму. По ней попали в полете. Но здесь Райан Магасинок, просто у него платы уже не было. Убили тоже Клайда, минус две желки по силами. Они даже ничего не сделали. Скинули трика на плату вроде. Да, трика на плату скинули. Дропнулась еще одна алма у синих. Но ей даже смысла здесь нет чего-либо делать. Я бы сейчас пытался просто кинуть эту алму. Ну, все, умирает Улдрич. Плата второй у него точно нет. Минус еще одна алма. Или это единственная алма, которая у них умерла за всю игру. Пока что только три желки. Здесь бы неплохо уже было подниматься столбом, пытаться на Sky. Не против ступенек нет. Только появляется ступенька у синих. Ну, пока что просто спамятся лучники. Чего особенного не происходит на мапе, появляется только вторая алма у синих. Там еще убили Бенда как-то. А, здесь желка раскапывает просто путь понизу. Ну, хорошо, что без силы уже. А то покупать силу у желки не очень. Не замечает, кстати, кожу. Хотя вроде алма должна была инфу давать. Или Клайд должен был чекать F5. Он здесь уже не убьет эту желку. Да, просто догорает. Две алмы уже у синих. Неужели Лулрич будет соло залетать? Или просто путь пока пораскапывает понизу? Здесь даже уже появились лесенки на дефе. Вроде пока что у синих только две алмы. Здесь поднялся даже кубик на Sky. То есть красные сейчас заняли Sky. Может быть сейчас сделает тарапки в ступеньках. Или подкапывает ступеньки. Но ему поздно закидывают лук. Очень поздно. Он бы сейчас лучше поставил на ступеньки блоки. Или паутинку. Ему сложно сейчас будет очень. Он даже не закинул лук в час. Или закинул лук, но не закинул стрелу. Я видел, у него в руке была стрела. Но это была неплохая попытка за ней Sky сейчас. Вроде бы красный пока что только одна алма. Но у них есть ресурсы еще на одну. Или даже две.
даже у синих появляется деф. Бен здесь зачем-то в коже бегает просто понизу. Хотя лучше бы хотя бы полужелку закупил. Но все-таки скинул Клайда на плату. Две алмы уже у красных вижу. Но здесь синие уже должны скоро залетать. Они очень долго мид лутают. Они только одну алму потеряли, две желки под силами. Здесь, кстати, даже Лул Рич дропнулся на мид. Ему путинку поставили готовую. Здесь Клайд, кстати, очень много раскопал понизу. У него сейчас одна стрела, и он умер. У него вроде еще одной платы нет. Да, у него второй платы нет, просто кильнулся. Красных, кстати, неплохой деф сейчас. Только по центру ломать не очень много. Появляется скайт мида уже, чтобы рашить синим. Тут осталась еще одна алма. Клайда закупить и все, можно залетать уже. Ну, тут, кстати, у красных поднимается алма на скайт зага. Тоже не дает талмуму синих пройти на скай. Но он ничего не сделает. У него даже очень мало сейчас хп остается. У него вроде даже хилок нет. А у красных, кстати, даже заняли скай, оказывается. Который прям фуловый скай. Но, в принципе, он ему пока что не нужен, если есть скай от мида. Ну, а вот если они вчетвером будут рашить, большой шанс, что эта желка тоже сломает. Так что лучше ее пытаться выбивать пока что. Фулл стаф алмазок у синих уже. Все четверо. Здесь даже уже молнии где-то юзают. Может быть, на скай. Да, на скай молнии юзают. Пытаются выбить желку. По ней даже все-таки попали. Все-таки, да. Обратно занимает синий фулл скай. Куда еще молнии? Ага, у него же еще молнии были.
просто используют остальные зачем-то. Но они уже должны скоро залетать синие. Раз они уже выбили того типа на фуллскаю. Очень долго мид лутают все алмы. Только чего-то тянут. Может быть, динамит копят. Райан Магасенок тоже поднимается на фулл скай. Тут один на скайот мида и еще двое на фулл скаю. А другой, кстати, может пониться пойти. Кстати, даже ЗГ. Ну, здесь все, залетели вчетвером синие. За что Драйан Магасенок потерял хп, неплохо так. И Лул Рыча чуть не выбили. Драйан Магасенок соло залетает на Алму, выбивает все-таки кубика. И Драйан Магасенок тоже выбивает, выбили Готвида. Но осталось только одна Алма в синих. И то, которое плату не завязало. Я не понимаю, почему она плат не заезжала. Это вроде даже тот тип, который был ЗГ. Да, это был тот тип ЗГ. Ну, сейчас у синих минус все абсолютно. Красный занимает лимит, даже сейчас фулл скай занимать. Если у них кто-то туда поднимется. Здесь бы красные даже попробовали фастражнуть. Но если была третья алма, у них пока что только две. Здесь даже ЗГ в желке был. Они все-таки не потеряли, что ЗГ сложили в чест. Поднимается уже у синих желка на фулл скай, на котором до сих пор никого нет вроде. Только Драйан Магасенок и Лул Рич, кстати. Причем Драйан Магасенок даже в алме. Под спидами. И даже под силу уже. Мне кажется, он ничего не сделает. Там две алмы просто тэпнутся на базу. Или они этого и хотят, чтобы хотя бы одна алма тэпнулась на базу. Динамит поставил по центру. Ну тут все осталось сломать, только один песчаник. Ну, попытка была нехорошая, но там сразу было понятно, что алма тэпнется. Снова поднимаются две шелки, уравнил на скай. Но синие тоже не отдают фулл скай. Просто с обычки держат пока что. Thank you.
Он здесь пока что только одна жалку красную скаю пытается подняться, но в нее спамят. Ее просто дико контролят. Дропнулся, кстати, Лул Рич, но его сразу кубик спалит. Должен успеть сложить голду в чест. Каком голду? Ну, он лучше бы, честно говоря, голду в чест сложил. Он пытается пройти понизу, но у синих на базе Алма с зачаренным нагрудником ЗГ. Ну, красный пока что даже тоже не старается залетать особо. Здесь прошел синий в желке. У красного на базе только две кожи. Закупается желка уже. Ну, здесь Клайд пока что просто байтит, голду лутает немного. И просто убивает со мной тычки. Здесь даже Лулрича на миду убили. Здесь желки активно у синих пытаются проходить на миду. Алмы вроде даже... Вроде алмы на мид не будут пытаться залетать у синих. Пропнулась еще одна желка, которую сразу убили. Но здесь особо ничего не происходит пока. Только появляется уже скайт мида у красных. Они могут даже запушить сейчас в теории full sky. Прошла желку синих на мид. Синюю только Драйнман гостенок на скаю. С обычкой. А у синюю только одна алма на базе. Хотя у них точно есть ресурсы в чисту на еще одну алму как минимум. Сразу убивают полужелку, которая пытается у синих пройти. Да, просто убивают. Здесь, кстати, у красных даже пытается алм подняться на full sky. Там убили вроде двух желок или полужелок, не знаю. Красных ПКД две алмы на миду.
Еще одна на базе. Вроде должна быть четвертая алма. Да, у них уже full став 4 алмы. Уже скоро должны залетать. Только мы тоже выбить эту шелку на full sky. И тогда уже можно точно залетать. Пытается убить рейнма гостенка просто молниями. Хотя они вроде ему немного сносят. Да ему и хилки должны закидывать. Снова тех же двух желок выбивает на миду. Закинули рейнма гостенка полуалму. Он пока что с обычем. Две... Не, все-таки одна до сих пор алма у синих на базе. А красный до сих пор пытается занять Sky. Даже Лулрич, еще один тип пытается запушить Sky. А, они даже скинули Готэда на плату. Да, пока что ничего интересного особо не происходит, только Триал пытается понизу пройти. Даже с перлами. Два перла, три перла. Скидывают одного на плату. Очень низко взял. Тут очень плохо, только остался один Бен, который все-таки убил свою алму. И должен подниматься столбом еще один тип. Его чуть трик и не скинул ЗГ. Трик и сразу тэпнулся в паутинку. Но там дрейном гасенок был. Все-таки убили трик, и здесь уже можно ломать. Но они сбоку будут начинать ломать. Если у них хилы хватит. Да, сбоку начал кип ломать. Уже должны замечать. Да, дрейном гасенок уже заметил, что ломает тип. Ну, сейчас просто через отверстие будет бить. Прибежала последняя алма. Убили уже двоих, только двое в раше, Готвит хелпует. Его чуть даже не убили. Ему бы убить закупщика сейчас. Он пока что только платы накрывает. Как по мне, он сейчас плату зря заюзал. Там должен тип ломать. Если он не сломает, это будет все конец. Ну не, он сломает. Да, сломал. Сейчас соло должен всех выбивать. А, нет, у него хп не было. Остались только две полушелки, даже просто одна кожа. Прибегает последняя желка под силой, выбивает Дэнма Гостенка, да и Лулрича тоже. Ну и побежать к Масутре со счетом 2-1.